очень круто, ребята. С добрым утром, малыши! Кто здесь самый умный? Сейчас узнаем. В эфире викторина вместе с Хрюшей. Антон, ты готов отвечать на мои вопросы? Я всегда готов, Хрюша. Так, ребята, а вы? Если да, то внимание на экран. И вот первый вопрос. Как называется это растение? Время пошло. Вот. Хрюша! Да. У меня досрочный ответ. Так, ну и какой это? Так это же кактус! Это правильный ответ! Это был очень простой вопрос, так что давай-ка посложнее. Хорошо. Малыши, отвечайте вместе с Антоном. Тень какого животного сейчас на экране? Подсказка. Она очень симпатичная и очень любит поесть. Время пошло. Ой, и снова досрочный ответ. Так и... Так это же поросенок! Верно, 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 верно. Ой, Антон, а ты быстро справился. Я посмотрим, молодец. Посмотрим, что будет дальше. Внимание! У какой планеты всего один спутник Луна? Варианты ответов. Сатурн, Юпитер или Земля? Так, надо, Хрюша, подумать. Ребята, а вы как думаете? Так, стоп, время вышло. Антон, давай твой ответ. Хорошо, пускай это будет Сатурн. Антон, ты что? У Сатурна больше 60 спутников. Правильный ответ – Земля. Да, ребята? Конечно, Земля. Ну, просто мне хотелось наших телезрителей проверить, знают ли они правильный ответ. Так я и поверил. Так, переходим к следующему вопросу. Давай. Какая достопримечательность находится за мной на этом фото? Время. Стоп! Время вышло. Хрюша, ну, тут и думать, конечно, нечего, потому что у меня есть похожая фотография. Это, конечно же, пирамида Хеопса. Правильно, правильно. Малыши, вам понравились мои вопросы, а? Тогда смотрите викторины вместе с Хрюшей и отвечайте на них. А еще живите активно и мыслите позитивно. Смотрите самый семейный канал «Карусель».